Клянемся. Закон второй. Если ученик не прав, смотри закон первый. И закон третий. Если ученик видит на столе конфету, то знайте, это уже не ваша конфета. И закон четвертый. Лучше на перемене передохнуть, чем на уроке передохнуть. Все эти параграфы внесены в наказ на всю оставшуюся жизнь, которую я вам сейчас вручу. Но не сомневайтесь, что у вас все получится. У них это получилось, у них получается, и у вас тоже получится. Правда сердца, будь всегда в строю до конца, если имя твое учитель. Аплодисменты, подарки, сюрпризы молодым учителям. Хочу занять наших инстанции с Натальей. А сейчас специально для вас выступит группа из странных исполнителей. Thank you.
судьбу, через себя испытывая муки. Себя мобилизуя на борьбу, испачкав мелом трудовые руки. А сколько моих родин и дорог? Всегда в нем не спорят взятия. А сколько слез пролито, знаешь? К тому же, минимальная зарплата. Как не стареют наши учителя, которые, несмотря на свой рост, продолжают педагогическую вахту. Они с легкостью порхают по школе и обучают детей на дому. А давай эти хорошие сети. Это всем известные любимые педагоги. Андрей Иванович Александрович. Вы спрашиваете, а я отвечаю. Согласны? Еще бы!
А что у вас можно спрашивать? Все. Девиз нашего урока: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. А сколько учителей в нашей школе? 32. А сколько учителей в России? 131 253. А сколько школ в государстве? 253 школы. А сколько учеников? 131 342 528. Решите, пожалуйста, такую задачу. В нашем поселке одна школа. В нее ходят 500 ребят. Работают 32 учителя. У каждого ученика 6 по 6 тетрадей. Сколько в день проверяет каждый учитель тетради? Минуточку. Даю ответ. Очень-очень много. А если еще у учеников плохой почерк, совсем беда. У меня хороший почерк. Молодец. Значит, можно считать, что ты помогаешь учителям решать домашние задания. А теперь решим мою задачу. В первом классе я получил 5 баллов, во втором классе я получил на 2 больше, в третьем 2 больше, а также в последующих классах я получил 5 больше. Сколько двоек получу в 10 классе? Ни одной. Как же так? С таким количеством двоек тебя в 10 класс не переведу. Трудную ты мне задал задачу. Я чуть не перегрелся. Ну теперь, Алеша, реши мою задачу. Шел ты с Машей в школу. У тебя было 3 учебника в портфеле, да еще 1 в руке. А у Маши 3. Сколько всего учебников ты нес в школу? Так это же задача детского сада. Я нес 4 учебника. Ай-яй-яй, вспомни девиз нашего урока. Вспомни, все равно 4, 3 плюс 1. Нет, ты как воспитанный мальчик взял у Маши портфель. И получается всего 7. Почему 7? 4 плюс 3 получается 7. Согласны? Согласны. Ну, раз согласны, то все вместе споем самую математическую песню. Thank you.
хорошо и слаженно. Учительский коллектив, с праздником. Днем учителя. Хочу пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, счастья, правильности выбранного вами пути. И пусть вам всем завидуют вокруг люди, что вы учитель, что вы первые приходите в класс, что вы дарите возможность общения со всеми детьми. И я уверена, поддержат все дети, они тоже рады за нас, что не было бы нас, не было бы их. Не было бы их, не было и нас. То есть мы с вами взаимно дарим счастье друг другу, дарим знания. Спасибо учителям, спасибо вам, дети, за то, что вы есть. Полярная Зоря награждает почетной грамотой учителя Ульянову Екатерину Геннадьевну, учителя начальных классов за добросовестный труд и творческий подход к обучению и воспитанию подрастающих поколений в день учителя. Почетной грамотой награждается Крепеленко Людмила Павловна. Последнего звонка и выпускной вечер. Для нас это когда мы прощаемся с теми, кому мы дали знания, и видим, что они уже взрослые, настоящие люди, и они встанут на нашу смену. Самым трудным для меня, я не хочу сказать в учебном процессе, трудностей для меня, сейчас, наверное, уже нет. Я не знаю таких трудностей. Мне не трудно приходить каждый день в школу, давать уроки, налаживать дисциплину. Для меня это не трудно, не сложно. Самое трудное в том, что в организации вот этого учебного процесса. Ведь мы живем сейчас, уже заканчивается 98-й год, на нас 2000-й год, и очень жалко вот все это смотреть, что вы, будущее поколение, ходите в новый век смело, как мы, учителя, в руках. Хочется, чтобы у вас были какие-то новые учебники, новые программы, чтобы вы хорошо питались, хорошо одевались, то есть чтобы вы были выше немножечко, жили даже лучше нас. Вот поэтому вот эти все трудные проблемы нам приходится решать. Вот это решать самое трудное, потому что оно пока невыполнимое, так как нет финансирования еще. Огромное спасибо за ваш титанический труд. И только для того, чтобы подарить вам несколько веселых минут, нам на вечер заглянула творческая группа из 6-го класса. Стало быть,
первый случай. На первый случай это сгодило тебе на то, ежели случись, куда ехать надо, то знаешь, куда едешь. Да что же это такое? Ты стали с ножом в горло. Да скажи ему, сделай ему, какая ты наука. Он ее и расскажет. География, описание земли. Thank you.